Оскар Бэнд, друзья, большое. Вот такая прекрасная музыка. Просто я не знаю, спасибо. Мы не смогли устоять, мы встали, танцевали. Но наши постоянные телезрители Оскара уже знают, Оскар Тахавиев. Да-да-да, капуэйра! Оскар, представь, пожалуйста, своего коллегу. Да, это мой друг и музыкант Шухрат Мамаджанов. Очень приятно с вами познакомиться. Музыка потрясающая, скажу сразу. Спасибо. Вызывает только теплые эмоции. Знаешь, как будто ты сидишь на берегу какого-то моря, наслаждаешься, да, и поешь. Да, с тобой. Да, сложно, да. Но все же возможно. Песня о любви. У нас большинство песен о любви, но эта песня особенная, она посвящена моим друзьям. Их отношениям. Это мой друг, Михаил его зовут, да, с Наташей. И у них семья, и с каждым годом любовь их становится все больше и больше. Они вдохновили меня на написание этой песни «С тобой в небо». Слушай, так здорово, ты пишешь песни для друзей. То, что меня вдохновляет. Классно. Да, они меня вдохновляют. Но Оскар Бэнд, вы сегодня пришли дуэтом, да. Но у вас же намного больше. Да. Расскажи о вашем коллективе. Нас обычно 4, иногда 5, да, но в целом это как в песне у Чижа. Ударник, ритм, соло и бас. Да, а вчетвером мы выступаем, но также и вдвоем. Да, когда можно попеть душевные песни с гитарами. Да, но нас больше. Давай про стиль поговорим. Да, вот, да, да. Какой стиль музыки у вас? Сложный вопрос. Латиноамериканский. У нас очень много. Я бы назвал это world music, да, потому что там есть все. Ну или поп в хорошем смысле этого слова. Когда ты играешь, у нас и латино есть, и босса новые, регги. Мы играем и блюз, когда особенно в составе электрогитары. И рок-н-ролл, ну то есть фанк очень любим. И джазовые какие-то вещи. Да, мы сотрудничаем с классным музыкантом Андреем Руденко, тоже играет часто с нами. Вот, и поэтому хорошая, качественная музыка, вот так. Это хорошо, что вы охватываете практически все стили, у них свой стиль, world music. World вот music. Так, да. Ну а скажите, какой больше вы сами стиль предпочитаете? Я вот опять-таки тоже качественную, хорошую музыку. Я люблю и рэп слушать, да, то есть у меня есть свои исполнители любимые. Это как бы фирмовая, классная, качественная музыка. Я думаю, меня поймут музыканты. Да. Ну и просто как я меломан, да, люблю инструментальную, классическую музыку очень люблю. Играю на фортепиано тоже. Ой, то есть... Пойдешь меня на гитаре. Человек-оркестр, да. Замечательно. Как давно вы объединились, как давно вы занимаетесь музыкой? Расскажите, пожалуйста. Музыкой мы занимаемся уже около 10 лет. Угу. Вот, благодаря, вместе, да, то есть вот, да, благодаря тому, что много-много лет назад я увидел впервые группу Оскар Бэнд. Вот меня это очень впечатлило. Я такой помечтал, думал, блин, здорово играть на сцене, стоять с гитарой, исполнять свои песни. А как и вы вот познакомились с тобой? Много лет назад, да, я вдохновился, но не думал, не гадал, что спустя, опять же, много лет мы окажемся на одной сцене. А познакомились мы благодаря капуэре, опять же. Вот это мой первый ученик. Да, серьезно? Да. Надо же. Познакомились мы давно в фитнес-клубе. Я проходил мимо зала групповых занятий, услышал веселую музыку. Что же там такое? Да, услышал необычную музыку для себя и увидел веселых ребят, которые занимаются похожее что-то там, восточное единоборство. И, естественно, это меня сразу привлекло, я зашел и начал с ним заниматься. С тех пор, вот до сих пор я как бы поддерживаю это направление, потому что Оскар привез в Казань этот вид единоборства, бразильскую капуэру, и я очень рад, что я один из первых его учеников. Ой, получается... мы здесь в студии, я просто перебью, да. Мы даже здесь в студии пытались что-то подобное изобразить, но, Оскар, ну, честно, мне настолько это тогда вдохновило. Так, учитель сейчас, Оскар, попросит мастер-класс, нет, можно еще раз? Я даже запомнила вот это вот, о, это же джинго, да, да, и удары. Ну, все, это у нас сегодня тема. У нас здесь не просто музыкальная группа, у нас здесь боевая музыкальная группа. Ну что ж, ребят, очень круто, что вы пришли к нам сегодня, правда, в таком маленьком, конечно, составе, но я думаю, что вы обязательно придете. Акустик стайл такой, да? Мы вас ни в коем случае не отпускаем, совсем скоро мы встретимся снова с вами здесь, и что мы услышим? Мы услышим еще одну песню о любви, которая прошла, но оставила самое приятное воспоминание. Так называется песня «Я вспоминаю». Здорово.